И всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем снимать выживание на сервере redserver.su. Так, магическая сборка. И я поставил шейдеры. Ну, вернее, как я. Тут в клиенте уже встроены шейдеры, но они не работали. Я искал, который заработает, и вот нашел. И шейдеры эти... Сейчас скажу. Чокапик. Шейдеры Чокапик. Их можно скачать на сайте GLSL Shaders. Что-то там. Ну, короче, если вам надо будет, разберетесь. Просто сам мод GLSL Shaders. Ну, так неплохие, конечно, шейдеры. А другие просто у меня вылетала игра. Классно смотрится. Прикольно. Кстати, у меня тут кури развелись. Давайте их покормим, что ли. Найдем семян. И их покормим. Где бы их еще найти, этих семян? О! Одно семечко нашел. Еще нужно одно. Так, где они? Где? Ой. Такие эти лучи солнца везде пробивают. Прям классно, мне нравится. Обожаю шейдеры. Вот эти меня чуваки напрягают постоянно. Как подкрадутся незаметно. Повернешься, они там стоят. И сразу страшно становится. Ну и где? Чё не могу найти семян-то? Чё за фигня? Сейчас, ладно, вот что я сделаю. Возьму... где кости у меня тут валялись? Вот, косточки. Сделаю из них муку. Кстати, можно вот что еще сделать. Так, выбросим вот это. И вот это. И попробуем изучить кость. Кость ничего не изучает. Из пшеницы тоже ничего. И из костной муки тоже ничего. Печалька. Sunflower. Тоже ничего. А, что тут можно еще? Давайте картофель. Ничего. Ничего. Тростник. Ничего. Пшеница. Ничего. Кактус. Ничего. Ну ладно. Подождем, пока вырастет. Так. Я же... А, вот. Костную муку сделал. Ну, сейчас тогда вот что мы сделаем. Сейчас, секунду, у меня телефон. Так, ну что ж, мы продолжаем. Я закончил на том, что хотел выбить семян. Мне пришлось отойти, приготовить, покушать. И сейчас продолжили. Так, давайте покормим этих курей. Курица на. Вот так. Та-дам, маленький цыпленочек. Хорошо. Так, а это можно посадить пока что. Пускай растет. О, пшеничка поспела. Можно будет привести какое-нибудь животное. Потом. Корову там или еще что. Так, а это пока положим. Ух ты. Надо сделать звук потише. Вот так. Так-то лучше. Так, это сюда. Возьму факела. У меня есть факела. А что я хотел делать? А, ну ладно, можно пока вот что сделать. Поизучать вот этот мод. О, облака. А, нет, не облака, это эти. Листва в воздухе. Так. Будем изучать вот этот мод. Мод называется Tinker's Construct. Так. Ну, тут что-то написано, мне лень читать. Не буду. Так. Blank Pattern.
Так, это у меня уже сделано. Теперь мне нужно доски и вот эту штуку взять. Потом это бревно и вот эту штуку. Вот этот сундук и эту фигню. Верстак. Так. Ну, начнем по порядку. Так, это можно сюда положить. Так, мне понадобится дуб. Ага. Где еще? Дуб. Доски. Доски, 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 доски. Доски у меня есть. Где вот эти blank паттерны? У меня же их было там чуть ли не стак. Полстак, точнее, было. Куда я их дел? Вот они. Так, делаем это сюда, это сюда. Получаем вот такую штуку. О! Вторая книжечка появилась. Теперь вот это и вот это. Получаем вот это. Вот это, получаем это, то, получаем то, да. Именно так. Так, сундук. И вот эту фигню. Получаем сундук для схем. А потом. Так, кстати, надо сделать мне дом. Построить. Так, между прочим. И вот инженерная станция. Так, что тут еще можно сделать? Так. Ага. Tool Forge. Tool Station я сделал? Tool Station я сделал. А вот это вот не сделал. Так, а как? Это 4 блока. Ага. Drying Red. А что оно где используется? Не показано. Так, ну вот это я уже видел. Slime Channel. Канал слаймов. Не знаю. Не знаю, что это. Пунджи-стик. Так, а что написано? A few traps of blockades may help with your early survival experience. Это ловушки какие-то, что ли? Какая-то ловушка. Можно попробовать сделать, кстати. Давайте попробуем сейчас. Так, брикет. Once you icon begin process materials. На-на-на-на-на-на-на. Так, ясно. Вот, можно сделать кирпичи. Кирпичи. Книги, книги, все понятно. Так, а у нас что тут? Закат? Закат. Ладно, сделаем. Так. Вот это все пока сюда переложим. А вот это все вниз. Так. И давайте это все поставим. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. И вот это сюда. Тут у нас что? Ага, тут делать эти кирки. Конструктор деталей. А тут стол для вырезки схем. Они вырезаются вот так вот. Это будет стержень, наконечник, оперение, ну и так далее. Собственно говоря. Так, понятно. Можно будет сделать потом. Нравится мне, как все это выглядит. Круто так смотрится. Конечно, не идеально, все гладко как-то. Но все равно круто. Так, ладно. Эти куры будут нести яйца или нет? Так. Возьмем тростника. 4 штуки. 4. Нет. 5, наверное. Надо 5 штук. 5, 5, 5. О. Что тут? Плохо работает тут вот эта штука. Так. Что это? Колышек. И что с ним делать? А?
Ага, о, это вот так вот даже, да? Круто. Это ловушки, короче говоря. Ну, как я и прочитал. И они отравляют еще что ли, или что делают? А замедляют. Ясно. Круто, круто. Надо их где-нибудь расставить. Ловушечки. Так, куда бы их поставить-то? Поставлю где-нибудь вот тут. Так, и вот тут вот по краешку. Так, так. Где там факел-то? Где факел-то стоит? Ага, вот на этом блоке. Ну, значит, вот тут вот так по краешку поставим. И отлично. Все. От монстров мы немного защитились. Так, что тут еще есть в этом моде? Там было что-то из этих, из дуба. Из дерева, короче, что-то было. Ну ладно. Так, теперь вот это. Ага. Тут можно делать уже тулбиндинг. Так. Ага. Уже можно делать инструменты, показано, как их делать. Swordblade. Так. Рапира. Длинный меч. Frying pan. The frying is a heavy weapon that uses sheer weight to stun force or a place to cook your food. It's common to hunt pigs and cook them with the same pan. Короче, эта фигня готовит свиней сразу. Или стричь. Стричь, что-то, блин, не знаю, как перевести вот эти слова некоторые из-за этого, чтобы приготовить еду. It's common to hunt. Подходит для охоты на свиней и готовить их same pen, с одинаковым pen. Что-то не знаю, это слово не знаю. Так, ну это меч. Battle sign. Так это, короче, это что-то пигменом непонятно, короче, не буду переводить, так опозориться не буду, так сказать. Так, ладно, тут, короче, всякой фигни навалом. Дубовые доски, палка, кактусы, флинт, кость, обсидиан. Адский стержень, грин слайм. Ага. Вот это можно сделать. Paper stack. Кобальт. Так, секунду. Так, ну что ж, продолжим. Что мы тут листали? Медь. Stronger than diamond. О, вот это вот, короче, манулиновый слиток. Он сильнее, прочнее алмазов. Сталь. Бронза. Pig iron. Понятно. Station. Так, это рассказывается, для чего нужно вот то или иное. Я читаю параллельно, потому что поэтому не говорю. Так, ладно, просто пролистаем пока что. Не буду читать. Тут, в общем, можно всякие эффекты придавать этим киркам, мечам и так далее. Вот. Так.
Ну, соответственно, ускоряют они, замедляют, делают прочнее инструменты всякие, типа напыления или просто вставки какие-то. Так, что нам надо? Нам нужно сделать печку. Печку из этого мода. Так, она делается из блоков. Так, ну-ка. А тут не показано, что можно сделать-то. Так, нет, тут не показано. Никаких новых этих нету. Так, ну-ка, тут. Так, 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 так. Ну, давайте попробуем сделать вот такой вот кирпич, блок. Так. Берем, значит, гравий, песок и глину. Так, а ты, гаденыш мелкий, иди отсюда. Так, берем. Где гравий? Гравий, песок и глину. Гравий, песок, о, гравий, песок и глину. Так, возьму вот 44 штучки. Как раз тут у меня гравия немножечко есть, песок есть и глина. Получим цемент. Ага. Цемент, если пережарить, то мы получим как раз-таки уже кирпичи вот эти. Ой, куда я железо положил? Не туда. Железо кладем сюда. Сейчас собака залаяла. Сейчас, секунду. Так, извините, лаял пес. Так, этот зомбяк. Да блин, что их тут понабежал-то столько? Идите вы все в баню. Пойдемыш. Вот у нас обожженные кирпичи получились. Из них можно сделать такой вот блок. Обожженные кирпичи. Вот, выпала книжка. Могучая металлургия. Вот. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Введение. Так. Контроллер. Серед танк. 9 серед брикс. Any combination of 10 серед брикс. Серед танк. Серед дрейнс. Одна вот эта фигнюлька. Литник какой-то. Кастинг тейбл. Ага. Ну ладно. И вот такую печку можно построить любой высоты. И будем мы делать манилин или алюминий. Так, сейчас посмотрим. Так, 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 так. Все это не очень сложно делается. Можно сделать. Так вот показано, все рассказывается, как все делается. Ага. Жидкость края, обсидиан. Получаем. Ага. О, можно что получить? Клей. Глупол. А как глупол получить, я что-то не. Ага. Вот это что? Какая-то субстанция непонятная. Ингредиенты клей. Как клей сделать, я не знаю. А вот это что такое? Вот это вот. Вот это вот. Назад. А это олово. А что получим? Броустоун. Ладно. Это оставим пока что. Пускай у нас жарится пакет кирпич. 11 штук. Так. Песок можно выложить, он не нужен пока что. Так. Так, 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 так. Чем заняться? Надо строить дом. Вообще не нравится. Что-то они не растут, эти деревья. Как-то меня это смущает. Давайте я пересажу вот это дерево куда-нибудь. Вот сюда. Да, надо вот это вот будет дорубить как-нибудь. За кадром.
Так, и вот этого тоже пересажу. Пускай сидит где-нибудь, не знаю, вот тут вот. Да, пускай тут и сидит. Так, где у меня кончается приват? Видите? Ага. Значит, вот на этом, похоже, блоке у меня кончается приват. Видите? Да, точно. На этом. А, значит, вот это дерево можно посадить вот сюда, поближе. К краешку. Пускай сидит. А вот эти надо переставить. Колышки. На сколько на блок? На два. Так, так, так. Вот сюда. Значит, на блок. Так, так. Вот сюда поставлю. И все, пускай растет. Так, дом надо строить. Дом надо строить. Ну ладно, буду строить дом. Эту серию пока что так поиграю. Можно сходить, не знаю, в шахту. А за кадром начну... Вернее, расчищу вот эту вот территорию. Я тут уже начал чистить, как вы успели заметить. Вот. Вот так дочищу все. Вот это вот. Будет ровненькая площадочка. Построю какой-нибудь аккуратненький домик. Вот. Все большие постройки будут на улице, скорее всего. Под каким-нибудь навесом. А все остальное внутри. Так. Надо еще придумать, какого стиля дом построить. Так, это надо выбрать сюда. А что я хотел? Я хотел покормить курей. Курей, курей, курей. Оп. Не затоптал. Так, надо собрать урожай. Пока есть минутка свободная. Оп, срубил случайно тростничок. Так, его надо посадить обратно. Так. О, пшеничка как раз выросла. Отлично. Пшеничку сажаем на место. И вот сюда. Вот сюда. Пускай растет потихоньку. Так, а вот этот вот тростничок надо срубить. Так. В некоторых шейдерах есть такой глюк, то что когда ныряешь под воду, начинается какая-то фигня. Ну-ка. Нет, в этом все нормально. То бывало светло очень становится, наоборот очень темно. А в этом шейдер спайке нормально все. Ну их отлично. Так. Так, так, так. Ну что ж, сейчас мне придется уйти ненадолго. Относительно. Потом, когда приду, тогда досниму эту серию. И. Ну и не знаю. Не знаю что. Что и. Короче, буду доснимать потом эту серию. Так что пока что. Перерыв. Так, у меня появилось немного времени, и я пока что чуть-чуть еще поснимаю, пока не ушел. Так, что поделать, пойду, короче, в шахту. Эту серию тоже в шахте проведу. Ну, не полностью, конечно, но часть какую-то. Вот. Давайте спустимся поглубже. Надо найти алмазов. Алмазов, золото нашли. А, что еще там? Вот тут можно около гравия раскопать. Тут уже обрадовался, думал, алмаз нашел. Так, где тут? Есть тут алмазы около лав? Ну, нету. А это что такое? Вода, что ли, там? О, вода, обсидиан. Это прикольненько.
Вода, обсидиана вообще очень, когда близко, это хорошо. Так, ну что ж, продолжаем, ребята. И я забрался в эту шахту. Со мной теперь играет Афиг Бомб, вам всем уже известный из прошлых выпусков. Так. И... Ух, чуть не свалился в эту лаву. Фух, повезло. Зато мы нашли готовый этот, как его, обсидиан. Что очень даже неплохо. А еще я нашел кусты этого. Че это, олово, наверное? Надо его окружить и забрать будет потом. Так. Я вообще... Мне нужны изумруды. Это что такое? А, это Аким, наверное, закрыл. Проход. Так, пойду гляну алмазы. Алмазов нет. Тут. О. Куст. Куст — нужная вещь. Лава тут течет, понимаешь ли. Шахта очередная. Шахта. Интересно, а тут портал в Эндер. В Эндермир открыт или нет? Так, два золота, неплохо. Так, а пойду-ка я вон туда, вниз. Так. Вот так. Вижу эти... А вот это интересно, что такое? Изумруды, что ли? Если изумруды, то это круть. Просто круть. Так, ну-ка. Сейчас спустимся, посмотрим. Ну-ка. Хорошо, если я сейчас еще на алмазы по пути найду. Будет вообще просто офигительно. О, тут лавы-то. Совсем нет. Нет, есть. Блин, этот куст бьется. Я уж испугался. Так, был бы у меня гравий, можно было бы гравием просто засыпать. Так, чего это? А нет, это эссенция концентрированная, нифига себе. Куст эссенции опыта. Охренительно. Так, вот тут вот есть шарды. Вот шарды. А нет. Ну, блин, как их? Кристальчики. Так, а мне нужны алмазы. А вот щек эссенции опыта. Еще два куста. Сейчас мы их соберем. Можно будет кому-нибудь впарить потом. Ну или самим пользоваться. Это ж круто. Просто круто. Сейчас она сгорит, наверное. Ага, точно. Блин. Ах. Ну, можно было и так сделать. Это что за сундук открылся? Где-то рядом, я слышу. Где тут алмазы-то? Есть тут алмазы, нет? Ой, чувствую, я не найду в этой серии алмазы, пора ее завершать уже. Я эту серию, короче, снимал уже, наверное, полдня. Потому что то мне туда надо было отойти, то туда. Сейчас вот недавно приехал из города, из центра. Вот. И поэтому
Фиг знает. Вон наткнулись на какую-то пещерку. А? Алмазов не вижу. Где ж алмазы-то? А тут, походу, кто-то уже ходил в этой шахте. Блин, это он ходит. Напугал меня. Так, воду надо перекрыть. Вот так. Тупик. Ты копай железо. Блин, засранец убег. Специально, чтобы не работать. Ладно. Сам выкопаю. Мы не гордые. Так. Можно, конечно, найти алмазы, если покопаться. Но мне что-то хочется так быстренько их найти в пещерке. Обычно я люблю копаться, строить какие-то шахты. А сейчас мне просто хочется быстро, не заморачиваясь, найти алмазы и все. Чую пауков где-то сверху. Там, видать, этот спаунер паучков. Ненавижу спаунер пауков, потому что пауканы злые гады. Мне показалось, или это был очередной против этот. Да, мне показалось. Эх, жалко. Так. Ну что ж, наверное, пора завершать эту серию. Кто ко мне? Владислав. Чё там написано? Кто-то ко мне хочет тпхнуться. Нафиг они мне нужны? Не знаю людей этих. Чё нашел? Чё? О, там, походу, восход с той стороны. Да, точно, он просвечивает, как будто бы. Так, жалко, у меня один куст это сгорел. Эссенции опыта. Но это ничего страшного. Так, уже время. Завтра мне вставать в раннюю срань. В раннюю срань, да. Так. Мы сейчас еще минут 10 поиграем. И все. А, ну что ж, давайте завершать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Захотите со мной поиграть, пишите в комментариях. Эта серия выйдет в это воскресенье. То есть, 12 числа. Или 11 в субботу. Потому что я выложу сразу серии, не знаю, вот сколько отснимал за неделю, столько и выложу. Опа, крипер. Крипер, крипер. Ой, книгу открыл. Так, ну что ж. Вижу еще золото. Золото нужная вещь. Так, ладно. Сейчас. Ой, темно стало. Выковырю золото и все. И на этом завершу серию. Золота много, алмазов нема. 15 уровень. В принципе, можно найти алмазы. Есть шанс. Но что-то их не найду. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии обязательно. Все, всем пока.